Por favor. Mike. Бонни, давай поиграем, зайчика. Давай. Принеси нам зайчика. Молодец. Давай, неси мне зайчика. Моя ты. Александру, который уже забыл, что такое приличные гонорары, пришлось ради этого продать загородный дом, в котором он жил после развода с первой женой. Потом Нелли начала требовать от лидера карнавала, чтобы он сделал из нее суперзвезду. И музыкант принялся воплощать в жизнь желание жены, забросив собственную группу. День одиночества другого.